церкви, да, Московской церкви, учреждаются не самими верующими, они учреждаются сверху. Поэтому, когда у вас появляется модульный храм, это не значит, что у него действительно есть какие-то верующие. Это просто приказ сверху, давайте сделаем, а потом, может быть, что-нибудь получится. И так происходит сейчас по всей стране. Конечно, это задевает общественное мнение. Люди недовольны тем, что это освоение недвижимости, освоение ресурсов распространяется повсюду. В школы, в воинские части, на заводы, в разные компании и госучреждения. И мы хотели бы, чтобы люди поняли, что обман такого рода выгоден только госчиновникам, для которых это всего лишь возможность получать награды. Да, награды, ордена церковные. Государство не заслужил, церковные можно получить. И возможность спекулировать на том, что я защищаю права верующих, я защищаю религию. На самом деле, конечно, это не так. Раз этих верующих нет, то чиновник их и не защищает. Но, может быть, поскольку я правозащитник, да, я вот не из этой партии, да, я должен сказать, что самая главная проблема в том, что оскорблены чувства верующих других конфессий, традиционных конфессий, мусульман, буддистов. У них нет храма, и им не дают строить. Соблюдать государственные почему законы, так происходит? В частности, потому что ущемляется, самое главное, ущемляется основной принцип. Светское государство. Знаю, будем делать, если инструменты государство является светским не потому, что оно атеистическое, а потому, что оно одинаково относится ко всем религиям. Старинные русские свирели. У нас сейчас предпочтение садизм отдается только одной, даже не конфессии, а всего лишь религиозной организации. Именно те инструменты, которые в свое время сжигались. Зовут меня Валерий Никольский, я представляю Московскую Кельсинскую группу. И сейчас мы... Я хотел напомнить вам одну шутку. Несмотря на то, что повод для собрания не шуточный, тем не менее, эта шутка многое расскажет. Есть выражение: я самый добрый на свете. И если я найду кого-то добрее, я его убью и снова буду самым добрым. Мне кажется, эта шутка очень хорошо раскрывает политику РПЦ. То есть они постоянно монополизируют свое право на нравственность, монополизируют свое право на доброту, монополизируют свое право на честь, на духовность. Против этого мы будем всегда возражать. Вот она духовность, вот она нравственность. Музыка народов нашей страны, музыка народов России, Белоруссии, Украины, Татарстана, Чувашии и так далее. Никакого монополизма, только свобода, свобода выбора. Не против Бога, за возможность выбирать каждому человеку своего Бога. Не против истины. Надо иметь возможность самому, каждому выбирать истину в соответствии со своей нравственностью, со своим чувством доброты, со своим чувством ответственности. Спасибо. Итак, напоминаю, цель сегодняшнего митинга — напомнить государственным чиновникам об их обязанности защищать конституционные права граждан от наступления антиинтеллектуализма и мракобесия. Самое страшное – это появление всевозможных мракобесов в школах. Наших детей заставляют изучать непонятные мракобесные науки. Нашим детям запрещают изучать точные науки. В частности, господин Чаплин заявил, что химия – это лженаука, ее надо запретить в школах. Сам он химию не изучал, сам он написал заявление в свое время директору школы, что он отказывается изучать эту науку. Слово предоставляется руководителю профсоюза работников образования, учитель Андрею Демидову. Здравствуйте. Действительно, самая опасная составляющая того наступления на нашу жизнь со стороны реакционных и мракобесных сил — это наступление на школу. Потому что мы с вами люди взрослые, я думаю, что как-то отобьемся.
Если не получится, уйдем в подполье, будем слушать вот замечательные сопелки и свирели где-нибудь на квартирах. Но детей жалко, это действительно так. И наступление это оно весьма многообразно. Вот, например, если говорить о курсе основы православной культуры, там, по крайней мере, есть альтернатива. И если нам родители обратятся, мы объясним, как от этого отбиться. Если не хотите, то можете изучать светскую этику, да, ну или еще чего-нибудь. Тут еще не самое страшное. А вот когда депутат от «Единой России» Лысаков, бывший, так сказать, главный методист в кооперативе «Джуна», предлагает нам в историю вписать, чтобы не только происхождение человека по Дарвину, но еще и библейскую версию. Ну вот здесь надо бить по рукам, потому что мало того, что он безграмотен, но направление очевидно. Очевидно направление перекроить программы учебные вместо наук или рядом с науками, ну как-то так, что вместо получится. Изучать вот такие, значит, воззрения, которым вообще-то любой может научиться и в другом месте. Ходите в воскресную школу, чего ж вы лезете-то? Здесь наука мучает все-таки, научную картину формирует. Еще один пример. Сейчас в Госдуме будет рассматриваться проект закона об образовании, внесенный правительством. Первое чтение будет уже во вторник, то есть послезавтра. Там одна из статей, если не ошибаюсь, 91-я, регламентирует порядок получения религиозного образования. Подчеркиваю, речь не о воскресных школах, опять же о наших школах, государственных, муниципальных, о наших университетах. То есть за бюджетный счет предполагается учить теологии и прочим премудростям. То есть наш профсоюз подготовил поправки, которые требуют упразднить эту статью из проекта закона, как противоречащую как раз 14 статье нашей Конституции. И, конечно, если не будет общественного мнения по этому поводу, если не будет поддержки, то мы этой поправки не добьемся. Поэтому я хотел бы завершить свое выступление короткое призывом сделать какой-то конкретный шаг. Спасибо всем, кто пришел сегодня на этот митинг. Но во вторник, во-первых, мы просим вас заглянуть на сайт профсоюза «Учитель». Там есть призыв и форма, как направить письмо депутатам от «Единой России», потребовать от них принятия вот наших предложений, в том числе по этой вот статье, да, упразднить все-таки религиозное образование из государственных школ. И, во-вторых, мы во вторник к первому чтению придем в Госдуме к началу, к 9 часам. Не надо, у нас там не дают нам разрешения на пикет, но мы можем прийти как граждане. Возьмите в руку какую-нибудь хорошую книжку и покажите, как то, что вы выступаете за образование. Я думаю, что если нас будет много, то как-то все-таки вот этот единый мракобесный фронт дрогнет. Все-таки они пока рассчитывают, что нас мало. Если видят, что много, ну, наверное, подадут назад. Потому что, в общем, конечно, трусливые они и рассчитывают на покорность и пассивность большинства. Но мы не покорные, не пассивные. Спасибо. Задача государства защищать обществу от дураков и мракобесов. Если государство не может справиться с этим, в частности, чиновники, которые представляют государство, их надо менять. Вот моя точка зрения. Меня зовут Кирилл Ганин, я председатель Координационного совета партии России без мракобесия. Слово предоставляется Александру Никонову, члену Политсовета партии России без мракобесия. Председателю Московского атеистического общества. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, господа. Сейчас немножечко оттянем этот шланг. Будет слышно получше. Так, нормально? Вот. Подвесь получше как. Да, сейчас попробую погромче.
Долой попов. Так я бы начал свое выступление, если бы был против попов, религии, церкви как таковых. Но я не против религии и церкви, я против клерикализации. И поэтому начну с более сдержанных выражений. Братья и сестры, православный фашизм надвигается на нашу страну. Могли ли мы хотя бы год назад, да что там год, хотя бы полгода назад представить себе, что мы когда-нибудь проснемся в стране, в которой по улицам ходят православные хунвейбины, в которых осуществляются черносотенные погромы, как недавно вот был разгромлен гей-клуб, в стране, в которой предводитель православных этих черносотенцев предлагает прямо в храмах учить людей самбо, то есть, по сути, готовить боевиков. Кремль сделал ставку на клерикализацию страны. Мы не должны этого допустить. Вот я, например, да, я не ходил на в прошлом декабре на Болотную площадь. Я не ходил к суду, где судили Пустерайт, может быть, зря, да. Но теперь настает время, когда, в общем, и даже меня, тихого кабинетного человека, который сидит и пишет книжки дома, выдавило, просто выдавило на эту площадь, потому что дальше терпеть это мракобесие уже невозможно. Они хотят нас, потомков покорителей космоса, загнать в церкви. Они хотят натянуть на нас вот эту вот совершенно отсталую мораль 2000-летней давности. Тут уже говорилось, что церковь узурпирует мораль, да? И это тоже правда. На мой взгляд, почему так получается и чем это грозит? Получается это потому, что, ну, я вам выскажу свою точку зрения, да? Когда в прошлом году произошла вот эта вот рокировка Медведев-Путин, Путин, почувствовав, видимо, да, непопулярность Единой России, решил сделать ставку на другую силу. И в феврале договорился с Гундяевым о том, чтобы тот, как мне кажется, пригнал ему электорат к избирательным урнам. Это была ложь, конечно, со стороны церкви, по той простой причине, что в современном обществе церковь не имеет такого влияния, чтобы пригонять электорат даже в Америке, которую Путину тыкают под нос как пример религиозного очень государства. Так вот, даже в этой Америке половина верующих не стала бы на выборах голосовать за кандидата, который будет руководствоваться по опросам, да, Библией в своей политической деятельности. Тем не менее, договоренность была достигнута, и пошел вот этот вот накат. И дело Пуссирает, да, которое здесь нельзя, наверное, не упомянуть, оно обнажило, оно как метелка, да, смело с монолита нашей страны шелуху Будин. И мы увидели, что общество расколото. Оно расколото на Россию будущего, меньшую часть, да, которую иногда еще почему-то называют креативным классом, и на Россию прошлого, которая еще торчит там, в провинциальной глубине, в малообразованности и так далее. Да, это электорат, хочу я сказать господину Путину, но прислушиваться нужно все-таки к столице, прислушиваться нужно к будущему, потому что все революции, например, происходят в столицах. Чем опасна клерикализация страны? В современном обществе она, ну, просто противоречит самому конструкту этого общества, самому сетевому конструкту этого общества. Если мы посмотрим на графики зависимости, например, религиозности стран от экономической развитости этих стран, мы увидим зависимость однозначную, обратно пропорциональную. Чем религиознее страна, чем религиознее в ней жители, тем менее она экономически развита, и мы это видим, в общем, даже по тем мусульманским погромам, которые происходят в самых диких странах. Поэтому попытка Кремля загнать нашу страну обратно в веру, в клерикализм, она, к сожалению, тащит страну обратно. Я антикоммунист, да? Я не люблю большевиков, но нужно отдать им должное. Две вещи они сделали в этой стране хорошие. В частности,
отрубили вот этот вот в 17-м году религиозный хвост, и не нужно Кремлю пришивать эту падаль обратно по той простой причине, что возникнет естественная интоксикация социального организма, ее мы уже наблюдаем сейчас, эту интоксикацию в виде дурацкого крестоповала, в виде идиотских осквернений храмов. Почему это случилось? Спусковым крючком ко всему этому делу стало дело Пусси Райот. Почему их посадили? По сути, за богохульство. Уголовной статьи за богохульство у нас нет, они были до 17 года, большевики их отменили. Но у власти, слившейся с церковью, вот что опасно, да, была такая идея: если мы их сейчас не посадим, это может начать продолжаться, пардон за кривую фразу. И что мы видим в ответ, в натуре? Это действительно начало продолжаться, но как реакция на абсолютно средневековую выходку власти по посадке Пусси Райот. Так вот, в ответ на этот дурацкий крестоповал, который мы, естественно, осуждаем, церковь и власть начали раскручивать новый виток агрессии в виде принятия чудовищного и антисовременного закона о защите чувств верующих. Нам не нужна в обществе гражданская война холодная, потому что она всегда рискует вылиться в войну горячую или хотя бы в стычки. И эти стычки мы сегодня уже наблюдаем, к сожалению, когда агрессивные казаки нагло вторгаются в гражданское пространство, в светское пространство и требуют запретить те выставки, которые им не нравятся. Этому должен быть положен конец. Ну, я уже заканчиваю, да? Потому что тут бьют копытом. Так вот, Кремль ошибается. Нашему обществу, и это видно особенно в Москве, например, по Питеру, эта клерикализация, насильственное сращение церкви и власти не нужна. Около 70% москвичей не выбрали православие для своих детей в школе. Да? А в Татарстане, как недавно вот сообщалось, так вообще 0% выбрали ислам. Это внушает какие-то надежды. И я считаю, что чем больше будет давить власть в отношении клерикализации страны, да, в отношении сращения власти с государством, тем больше здесь будет собираться народу. Мы должны этому противостоять, иначе наших детей загонят в стойло. Молодец, товарищ. То, что мы можем сегодня собраться здесь, на Пушкинской площади, это добрый знак со стороны власти, что не все так плохо, что власть разрешает нам собираться и высказывать свое мнение на этот счет. Что не все слушают Гундяева, Чаплина. Есть другое мнение. И в этой связи мне хочется спросить господина Зюганова, руководителя Компартии, что у вас там с идеологией? Почему вы предали свою идеологию? В стране сейчас очень необходима атеистическая партия, которая противодействовала происходящему. Была на другой стороне баррикад, чтобы уравнять эту ситуацию. Я хочу предоставить слово Александру Батову, лидеру московского отделения партии «Родфронт». Добрый день, уважаемые друзья! Надеюсь, меня сейчас нормально слышно. Я к митингам привык, поэтому постараюсь погромче. Вы все здесь собравшиеся прекрасно знаете те внешние признаки клерикализации, которые мы наблюдаем в течение последних лет. Многие граждане, к сожалению, этого еще не знают. Помните, история была, по-моему, года два назад с Рязанским Кремлем. Когда-то, в старое время, это был музей, кажется, краеведческий музей, доступный всем. Один из крупнейших, да, совершенно верно. Я участвовал в тех пикетах, которые проводили рязанцы вот здесь, в Москве, на Чистых прудах. Пикеты в защиту Рязанского Кремля, потому что готовился рейдерский захват. Кем? Бизнесменами в рясах, попами, которые в конце концов захватили Кремль
и устроили из него резиденцию этого своего главпопа, не знаю, кто там, архиепископ или как у них положено. Вот. Ну, много уже говорили, еще не раз скажут про ползучее проникновение клерикалов в вузы, в школы, даже в детские сады теперь. Это тоже, к сожалению, стало нормой нашей жизни. Наука унижена. Вспомните, какой был скандал, по-моему, в физтехе, когда спилили, уничтожили памятник студенту, вместо него поставили православный крест. А о визите господина Гундяева в МГУ я даже не буду упоминать, это до сих пор у всех на слуху. Вспомните недавние скандалы, когда пьяные попы сбивали людей, и власть их отмазывала, так же, как она поддерживала все эти рейдерские захваты. Вспомните, наконец, открытое разжигание розни, которое допускали эти господа, например, господин Чаплин, который призывал кого-то там расстрелять, или еще один деятель, по-моему, с фамилией Вяземский, который объявил, что атеисты в чистом виде – это крысы. И это появляется на больших СМИ, и никто не реагирует на это. Оказывается, это вовсе не экстремизм, это нормально у нас в стране. Вот мы с вами все это знаем, а многие граждане нашей страны, к сожалению, не в курсах. И поэтому первейшая наша задача – рассказывать им, объяснять и вести пропаганду, основываясь на этих фактах. Но невозможно говорить о клерикализации в нашем обществе, не упоминая тесной смычки мракобесов с властью. Взгляните, ведь практически каждый шаг, который делают обнаглевшие попы, так или иначе поддерживается властью. У них симбиоз на всех уровнях, начиная от президента, правительства, Государственной Думы и кончая чиновниками на самых низовых постах. И, кстати сказать, вот тут упомянули господина Зюганова и же с ними. Это действительно очень показательно. Партия, которая называет себя коммунистической, она на самом деле давно прогнулась перед этими мракобесами, очень хочет, видимо, всем понравиться, и поэтому фактически целиком и полностью занимает проклерикальную позицию. Поэтому господам, которые работают, точнее, руководят организацией под названием КПРФ, пора действительно определиться, с кем они, с разумными людьми, с людьми науки или с мракобесами. Я говорю об этом неспроста, потому что я выступаю здесь как бы в двух ипостасях. С одной стороны, я кандидат химических наук, я в некотором роде молодой ученый, я материалист. С другой стороны, я представитель Российской коммунистической рабочей партии. Партии, которая была создана еще в 91 году, без всяких Зюгановых, и последовательно отстаивала именно материалистические позиции. И мы подчеркиваем, что власть и церковь находятся в теснейшем симбиозе друг с другом, в таком, в каком они находились в царские времена. И тогда, и сейчас церковь выполняет важнейшую социальную функцию. Она способствует тому, чтобы новое поколение российских граждан росло бездумными, чтобы они веровали, а не думали, чтобы они были религиозными фанатиками. Они воспитывают в молодых людях шовинизм и нетерпимость. И я думаю, что, возможно, наступит то время, когда легионы молодых религиозных фанатиков станут эскадронами смерти и будут подавлять все и вся, любое протестное движение, трудовое движение, профсоюзное движение, оппозиционное движение под флагом Российской Православной Церкви. И поэтому сейчас, уже сегодня, нам нужно всячески бороться с нарастающим государственным, в том числе, клерикализмом и мракобесием. Уже сейчас нам нужен широкий антиклерикальный фронт, в котором мы бы не делились по каким-то там цветам флага и тому подобным вещам. Это наше общее дело, наша общая задача. Поэтому я от лица коммунистов, материалистов, атеистов, тех, кто не предал марксистской идеологии, призываю всех антиклерикально настроенных граждан, независимо от их идеологических пристрастий, объединяться в широкий антиклерикальный фронт. А мы со своей стороны готовы всячески помогать этому движению. Спасибо. Слово предоставляется Александру Коломозину. Фонд
здравомыслие. Вот оно. Подготовиться, но не уверен, что у меня получится сказать все, что хочется. Говорит, куда пусть кричит. Собственно, очень рад, что все-таки мы пришли, несмотря на то, что нас совсем немного, но все-таки мы пришли. Что, собственно, я хотел сказать. Я считаю, одной из самых важных вещей то, что нашу страну населяют очень-очень разные люди. Люди, которые могут говорить о том, о чем они хотят, высказывать свои идеи, рисовать, там, делать скульптуры, творить, ну, все что угодно, да? А для того, чтобы другие люди могли видеть это все и оценивать, им нужно элементарное образование, да? Чтобы понимать, о чем идет речь, понимать, не обманывают ли их и так далее. А сейчас мы видим процесс, в котором нас, по сути, лишают и того, и другого права. И свободно говорить, и понимать то, что мы говорим друг другу. Да? Ну, то есть, если наше поколение еще понимает, мы учились в нормальных школах, то с этого года, все знаете, введен блок религиозно-пропагандистских предметов, я бы так выразился, они, по сути, не особенно чем отличаются. Во всех школах, по сути, на мой взгляд, не важно, что для государства, что родители выберут, какой из этих предметов. Но Конституция прямо говорит, что мы вправе не выбирать никакой идеологии, никакой религии. Никто заставить нас это не может сделать. И это то, что нужно доносить и всем родителям, которые стоят перед этим выбором. Я, собственно, хотел вкратце рассказать обо всех проявлениях клерикализма, да, которые мы сейчас видим. И также очень немаловажным фактором является передача религиозным организациям огромного количества государственной собственности, по сути, нашей с вами собственности, которая под разными предлогами уходит в некое, как нам говорят, в некие аморфные там церкви, а в реальности имеющих конкретных владельцев. И что бы ни говорили о возврате имущества религиозным организациям, по сути, идет передача общего имущества в частные руки в колоссальных масштабах. Мы неоднократно видели ситуации, когда памятники истории, которые передаются в религиозные организации, наконец-то получают финансирование на их реконструкцию, реставрацию. Но мы не знаем, куда уходят эти деньги. Бюджеты религиозных организаций абсолютно непрозрачные, они не отчитываются ни перед кем. И по сути мы платим дважды. Мы сначала отдаем кому-то то, что принадлежит нам всем, а потом еще платим им деньги за то, чтобы они это содержали в надлежащем виде. И больше всего, конечно, впечатляет то, насколько изо всех СМИ мы слышим вообще дискриминацию, понятие человек, понятие разум, понятие мышления, да, наверное, вообще. Потому что мы видим, как многие-многие СМИ транслируют мнение откровенно экстремистских типов, выражающих, не знаю, какое слово лучше подобрать, но мракобесие, наверное, очень хорошо подходит. Их мнение транслируется на
там, миллионам людей, как заслуживающие вообще какого-то внимания. И при этом, но при этом мы видим, что это не мнение официальных лиц, вроде бы, религиозных организаций, а мнение, с которым они молчаливо соглашаются. Мы видим людей, которые нападают во имя этих организаций на людей на улицах, и ничего не происходит, просто тишина. И иногда какие-то представители этих религиозных организаций говорят: ну да, мы понимаем их чувства. Не все заканчивают. Собственно, что я хотел сказать. Я очень прошу всех следить за темой в новостях, по максимуму делиться со своим окружением вашим видением, нашим видением ситуации. Потому что, ну, это важная тема, гораздо более важная, чем для того круга, который здесь собрался. Это, по сути, судьба нашей страны сейчас. Спасибо, Влад! На самом деле, безусловно, нас большинство. И если сейчас на митинг пришло не очень много народа, это ничего не значит. У нас была DOS-атака на сайт. Вчера и весь день сайт не работал и так далее. И я могу сказать одно, что чиновники во главе с главным чиновником, господином Путиным, введены в абсолютное заблуждение, думая, что если кто-то красит яйца на Пасху, это еще не значит, все красят яйца на Пасху, это еще не значит, что они готовы отращивать бороды и трескаться башкой об эти книги 2000-летней давности. Это совершенно не так. Слово предоставляется Игорю Дудинскому, писателю-философу. Алло. Ну, мне просто выступать, потому что я даже не готовился. Я когда пришел сюда, вот на эту площадь, я испытал вот это дежавю, потому что я мгновенно вспомнил 1965 год, 5 декабря. Я здесь был, значит, так сказать, была демонстрация, попытка демонстрации в защиту Даниэля Синявского, это писатели, которые печатали за рубежом, посадили, вот, советская власть. И стоял вот здесь прямо, я не знаю, плюс-минус 10 метров Андрей Дмитриевич Сахаров, который попытался, ну, он там и его окружение попытались вытащить плакат. А плакат был один, это было одно требование всего митинга. Власть, соблюдай собственную конституцию. Это вот так в каком-нибудь государстве вот так вот сказать, что мы требуем от правительства соблюдать собственную конституцию. Это ничего более абсурдного и, наверное, нельзя представить. Тем не менее, ничего с 1965 года не изменилось, потому что Конституция это на самом деле вполне европейская, там все прописано, все права, все хорошо, но просто ее надо соблюдать, но ее не соблюдают. Вот не соблюдают ровно столько, сколько существует эта Конституция, и столько, сколько существует эта власть. Потому что эта власть постоянно, вы понимаете, что происходит перед любой властью, вот сколько на моей памяти сменилось режимов, там Хрущев, Брежнев, там, я не знаю, Андропов, Горбачев, там Ельцин, рано или поздно во власти появляются идеологи, мракобесия, которые такие, я бы сказал, они настоящие русофобы. Они на самом деле ненавидят русский народ. Вот как вот, я думаю, что сейчас вот именно у нас такое достаточно русофобское идеология у власти, потому что они не верят, они любят там немцев, там каких-то, они считают, что русский народ вообще ни на что не способен, и вообще пусть работают гастарбайты, но это все понятно, да, из меня все ясно. Вот, и вот нужно Россию подморозить. Они все время говорят, вот приходят разные Павловские, там, я не знаю, кто там, Сурковы. Все время вот власть вводит в искушение тем, что Россию нужно подморозить.
нужно сделать, так сказать, что-то такое, вот, ну, вести вот опять это мракобесие. Потому что русский народ, он абсолютно такой не ученый, любит темноту, власть, урядник, России нужен урядник. Вот. И они вот этих урядников приводят, значит, под видом там попов или там кого угодно, значит, урядник нужен России. И вот это искушение мы сейчас в очередной раз переживаем. Что, ну, конечно, это очень легкий путь для власти. Конечно, оперировать темным инстинктом всегда приятнее, чем достать здравому смыслу и к просвещению, к науке, к прогрессу и так далее. Вот. Поэтому вот, так сказать, мы. Власть делает очередной вот этот вот виток в сторону мракобесия. Конечно, это противно природе человеческой. Меня, как русского человека, это вообще возмущает. Такая ненависть к русскому народу, такая официальная русофобия. Вот. Мало того, значит, я, будучи еще человеком православным, я считаю, что вот еще что бы хотелось обратить внимание, что под видом, ведь сколько было пророчеств, допустим, пророчеств, сделанных даже великими старцами, которые говорили, что Алексий II – последний русский патриарх. После Алексия II будет Антихрист придет. Это абсолютно, вот для меня это ясно, потому что впервые у нас православная церковь подменила Христа кесарем, то есть перевела стрелки с Христа, с Бога на светскую власть. Это абсолютно антихристово деяние, абсолютно антихристово. То есть вот все, что я, так сказать, могу сказать, вот, даже с точки зрения православия, которое нам насаждают, то есть сегодня фактически насаждается антихристово православие. Вот весь ужас в этом, ужас, это действительно кошмар и ужас. Потому что православие это еще полбеды, а когда православие это сатанизм и антихрист, приходит под видом, так сказать, РПЦ, это уже, конечно, швах пол. Ну, наверное, все, да.